К столетию со дня образования Московской губернской прокуратуры в музейно-выставочном комплексе подвели итоги конкурса «Прокуратура глазами детей». Юных художников поприветствовали сотрудники Люберецкой прокуратуры и глава округа Владимир Волков. Конкурс очень необычный. Конкурс для нас вновь организованный. Наша художественная галерея именно для этого и была построена, чтобы здесь всегда себя показывали, проявляли абсолютно любые люди творческих направлений, души, призвания. В конкурсе рисунков приняли участие воспитанники художественного отделения детской школы искусств номер 3 города Люберцы и дети сотрудников прокуратур Московской области. София Безбородова занимается живописью 6 лет. Ее работа вошла в число лучших. Я не особо люблю что-то такое, потому что реализм и какие-то серьезные темы – это не для меня. И работа мне показалась сначала немного не моей. Но когда я писала ее, мне почему-то во мне появились какие-то новые эмоции, может быть, даже чувства, которые не испытывала до этого. Каждая работа, я считаю, должна быть искренней и преданной к самой себе. Участников конкурса наградили благодарственными письмами главы округа и памятными подарками. Каждую работу оценивали и сотрудники прокуратуры, и профессиональные художники. Художник должен чувствовать свет. Цветовое решение – это в чем заключается? Если тонально чуть переберешь, вот то, что задний план, может выскочить на первом. Вот тут у них все, как бы вот это, у этих работ хорошо сочетается. Во-первых, композиция не очень выскакивает, а они творят. Вот то, что они видят внутри, то и передают. Огромное спасибо и благодарность детям, которые приняли участие в проведении этой выставки. Замечательные работы, очень интересный взгляд на нашу работу. Те улыбки, глаза детей, которые мы сегодня видели, говорят нам о том, что нужно продолжить эту замечательную традицию. Конкурс детских рисунков «Прокуратура глазами детей» проходит в Люберцах впервые. Теперь он будет ежегодным. В музейно-выставочном комплексе выставка открыта до 9 ноября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.